Ох уж эти анимешки. Все будет совсем непросто. Опасность будет поджидать на каждом шаге. Но нужно продолжать идти. Несмотря ни на что. Они разъединились. Разорвали все связи. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И, друзья мои, не смейтесь и не удивляйтесь. Я в Стиме обнаружила интересную игруху. Ну, как мне кажется, мне показалась она забавной. Аниме Стендинг она называется. Но она сделана явно по игре Death Stranding, которую сейчас многие проходят. И, очевидно, для тех игроков, которые в ней мучаются и страдают, была создана эта облегченная версия, как видите, облегченная в прямом и переносном смысле этого слова. У нас такая девочка-анимешка, которая таскает грузы. Я в эту игру не играла, но хотела начать, посмотреть и показать вам, чтобы понять, что это такое. Я так понимаю, что игра довольно странная. Во-первых, у нее минимальный, естественно, давайте-ка я сделаю музычку потише. Минимальные сеты — это либо нормальный, либо хардкор. Ну и в принципе все. Если мы идем на видео, то вот такие вот тут у нас опции, которые тоже очевидно для тех, кто, ну, у кого совсем плохенькие компьютеры, которые не могут себе позволить играть в Death Stranding. Ладно, давайте начнем. Игра, к сожалению... Так, продолжать нам нечего. Мы начнем новую игру. Для тех, кто, может быть, немножечко что-то понимает по-английски, к сожалению, на русском нету. Once there was an explosion. It set our world spinning on its place. Once there was an explosion. It allowed life to raise from death. Then came another explosion. Голос говорит, что когда-то был взрыв, который привел к созданию мира, потом был еще взрыв, а потом еще взрыв, и взрыв, и взрыв, и еще один взрыв. Так, нажми X, чтобы встать. You're awake. Good. Grab what can be saved and get the hell out of there. Ты проснулась, хорошо. Теперь тебе надо где-то сохраниться. И мы побежали. Знакомо? Знакомо. Знакомо, да. У нас видны грузы. Друзья, говорю для тех, кто в курсе, что такое Death Stranding сейчас. Многие в него играют, поэтому мне тоже захотелось поиграть в Death Stranding, но, к сожалению, сам оригинальная игра у нас очень дорогая. Да и как бы, ну, все проходят. Получено достижение 50 килограмм груза. О, май год. Немножко темновато, но тут я ничего не могу сделать. Так, мы на себя нагрузили. Я думаю, что будет и посветлее. Что теперь? А теперь нам бежать туда 180 и так далее метров. Дождина. И мне просто find the... найди ближайшую базу для того, чтобы доставить эти ящики. Меня прикалывает сама героиня. Все такое в стиле японского аниме. И я не собираюсь, друзья, проходить эту игру. Мне просто было интересно посмотреть. И я думаю, что похохотать вместе с вами. Так, ну что, лайки, лайки, лайки. Нам посыпались лайки.
и не надо нажимать никаких кнопок. Мы сюда зашли, и мы просто все доставили. Так, ну что ж, давай зайдем сюда и посмотрим бокс, который, наверное, типа той самой базы. Так. Here are all the information we could gather about what had happened. We trust you to get it to our control center safely. Итак, первая миссия. Пропавшие архивы. Надо собрать боксы с архивами. Так. А как по поводу одеться? Хотя, что по мне, так, в принципе, даже и так можно бегать. Ох уж эти азиаты. Доставьте эти грузы в контрольную точку, где она есть. Вот она там. Забавно, забавно. Бежать километр. Ну, и здесь, конечно, что я вам хочу сказать. Это Death Stranding. Здесь бежать очень легко. Мне просто интересно, чем все это дальше обернется. Ах, ах, ах. А куда мы дели одежку? Там какой-то тоже пункт, смотрите, светится. Ну, давайте доставим. Игра, как ни странно, имеет хорошие отзывы в Steam. Я так думаю, что просто народ с юмором оценил все это дело. С другой стороны, я так думаю, что для детей это тем более игра более подходит, чем Death Stranding, где непонятно что, куда делать, куда бежать и главное зачем. А здесь все очень просто. Милая девочка с голой попкой. Но тем не менее доставляет грузы, ну просто она доставляет грузы и все себе. Отлично, вот он пункт. Эй, получаем кучу лайков и кучу достижений. Так. Достижения, пропавшие архивы. Но в этой игре, друзья, по-моему, то ли 1000 достижений, то ли еще что-то. Я так понимаю, это еще одно. Как сказать, еще один стёб над оригинальной игрой. Так, что у нас тут? Это у нас тут здоровье мы тут себе восстанавливаем, очевидно, да? Очевидно, да. А здесь у нас что? Ну, типа какой-то пультик управления, которым мы, в принципе, никак не управляем. Так, здесь у нас тоже что-то. Что у нас тут? Неизвестно. Что у нас тут? Ну, какие-то грузы. Ага, у нас есть второй этаж. Destination. Так, окей. Что у нас есть тут? Шикарный домик. Я бы отсюда никуда не пошла. Здесь есть все, что нужно для полного счастья. А главное, огромное количество компьютеров и какой-то непонятной техники. There are some reactives the lab needs from us. Try to deliver it in time, but be careful. It's, well, deadly. Так, ну что ж, у нас надо найти очередной, очевидно, груз. Но нам сказали, что это очень опасно. Это очень опасно. Это бочка. Ой, что-то я ее взять не могу. Давай-ка туда пойдем. Хотя нет, вот она бочка.
А, ее надо запинать в лабораторию. Поднять нам ее. Селенок нету, но, очевидно, надо как-то ее зафутболить. Так. Это будет забавно, если я ее пинаю не туда. Ах, вот куда ее надо было запихать, а не сюда. Друзья. Выпинываем обратно. Ее надо вот туда вот запинать, куда у нас есть дистанция. Вон она, 1000 метров. Так, ладно. Я... Дело в том, что, конечно, всю эту геймплейную потасовку буду, наверное, подрезать, чтобы не было так скучно. Так, давайте-ка осторожно, а то она вдруг взорвется. Так, теперь еще ее надо поставить на эту площадку. И при этом не промахнуться. Давай, бочка. Давай. Нет, стой. О! Mission комплект. А куда ты покатилась-то? Эй-эй-эй-эй-эй. Или все уже? Или пофигу? Пускай катится дальше куда угодно. Главное, что задача выполнена. Что дальше будет с грузом, абсолютно все равно. Ну, можно как-то ее, наверное, допинать, чтобы... Она осталась стоять и никуда не катилась, я так думаю. Вот, 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 вот. Наш груз забрали, но бочка здесь еще. Чертова бочка, что с тобой делать? Так, давайте-ка мы ее просто здесь где-нибудь попробуем оставить. Чтобы она никуда дальше не катилась. Вот здесь вот, у входа. Отличненько, друзья. Наша девочка запыхалась. Грудь колесом. 4000 метров мы прошли. Ну что ж. It's gone too far, unfortunately. She can no longer be saved. There is nothing left to do with the body but to dispose of it. And hurry up. We don't need more damage than what has already been done. Так, ну что ж, где-то у нас мертвое тело. Вот оно, мертвое тело. Это, очевидно, резиновое. А, это чья-то неправильно использованная резиновая кукла, друзья. Ей-богу. Это, конечно, ржаться.
Ага, мы его должны тоже отнести в главный центр. Так, подожди, а где главный центр у нас? Ой, не могу, дайте отсмеяться и утереть слезу. Или что-то еще надо взять? Пару ящичков. Нет. Главный центр у нас находится там. Ой, я не могу. Что ж, побежали. Ох уж эти анимешки. База. Кстати, что это такое? И у меня вопросик, а могу ли я взять груз, когда я несу тело? Ну, какая-то штука. Так, а могу? Нет, не могу. Все, друзья, я под столом. Я все. Ой, 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 все, держите семеро. А это что-то. Да, почему бы нет, действительно. Какая разница, товарищ. Ого. Так, ну вот. Доставили. Так, а тело куда? А, вот куда его. Окей. Где у нас тут вход? Все-таки как-то стемнело. Подожди, что сюда наверх лезть? Зачем наверх лезть? Нет, похоже, не надо лезть наверх. Это просто лестница. Всего интересного. Бымс. Total weight килограмм 0. А на 0 килограмм весело. Ну, естественно, это же резиновая кукла. Получено достижение Dead Issues. Ну что, будем оживлять? Реанимировать? О, друзья, это... это забавная игра. Это просто хохма. Так, я просто думаю остановиться. А, нет, смотрите. Еще одна койка. Как бы она нам не пригодилась. Остановиться здесь или попробовать все-таки еще что-то сотворить. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, как у нас тут. А, ведь где стоят вот эти вот бочечки, которые мы пинали? Интересненько. Так, что у нас, какое следующее задание? Давайте глянем. Long Our research road. Center Mercedes reports immediately. And take the car. There's really no time to waste. Надо донести сообщение. Репортажи, сообщение. Вот он грузит. Бам-бам. И куда нам его нести? Сейчас мы с вами посмотрим. Здесь, да? Нет, здесь мы... Я запуталась в этих помещениях. Мудрено. Вот, двойной шлюз. Где улица-то? О, здесь можно поспать.
но, очевидно, не сейчас. А, destination 30 метров. Вот нам говорят, выход там, там выход. Выход где-то здесь. Выход должен быть. Это что за комната? Ну вот я не хотела осматривать все помещение. Получилось так, что осмотрим все. Так, у нас какой-то долгий коридор. Он ведет на улицу. Да. Так. Точка доставки 6 метров. У нас теперь есть транспорт. Вау! И куда нам доставлять? 2,5 километра. Ну, а теперь у нас есть транспорт. Интересно, мы его можем разбить? Так, подожди. Я видела, тут есть грузик. Машина так. Машина будущего работает, я уж не знаю, на каком топливе. Но урчит она так, как самый настоящий трактор. Что фары работают, все в принципе. И смотрите-ка, ее заносят, заносят. Но у нее нету, естественно, ни аккумуляторов, которые разряжаются, ничего такого прочего. Кочечки она преодолевает, в принципе, с легкостью. А, вот это форсаж, вот это полет. Разгоняется она довольно-таки бодренько. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну и как в настоящей игре, она тоже не переворачивается. Что ж, это будет действительно быстрая доставка. Ой, не, надо туда. Я думала, нам туда, а нам нет, нам не туда. Где моя машина? Куда-то туда. На эту гору, что ли, надо забираться? Похоже, что да. Я так зря развеселилась. Давай-ка на форсаже, мы должны залезть в эту гору. Опа. Не-не-не, только не говори, что ты переворачиваешься. Как бы ты не переворачивалась, ты должна падать на колеса, как-то окошко. Считаю, уже доехали. Ой-ё-кандепинцет. Как хорошо, когда машина резиновая, друзья. Эх, были бы все машины такие резиновые, как эта. Упал с горы и ничего. Мне нравится эта игра. Мне нравится эта игра, что здесь нету каких-то... Хотя, как знать, может, здесь и есть какие-то фатальные ошибки, которые можно совершить, и ты... должен будешь начать эту игру с самого начала. Вот тебе наказание. Так, стой, здесь еще есть грузы. Стой. Куда ж ты поехала так? Где у тебя задний ход? Ай-яй-яй-яй-яй! Это она задним ходом и поехала. Надо было тормознуть, а она приходит на задний ход. Так, пошли-ка заберем
еще валялся? Я видела. Интересно, надо саму машину доставить. Бери. Я так понимаю, мы тут можем брать бесконечное множество грузов. Ну, судя по тому, как мы доставляли телу. Эх. 200 килограмм доставки. Да, смотрите-ка, вот мы должны заехать на машинке туда. Я уже вижу, где ворота. Это что, такие стекла? А, стекла побили. Смотри, у нас все-таки появились побоины на стеклах. Окей, интересно, значит, все-таки можно что-то разбить, хотя бы стекла. Давай, 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 давай. Подожди, или что? Нет. Очевидно, все-таки нам не туда надо въезжать. Это просто ножки этого... этого пункта. Давайте оставим машиненку здесь. Я ее пыталась туда запихать. И если бы еще немножечко, то я бы, возможно, и запихала. We're almost done. You better fix the connection system now. Or it'll be hardly of any use later on. Так, подожди, ну так ты грузы-то у меня забери. Long road. Так, мы получили достижение по поводу долгой дороги. Find where the connection fails. Найти надо, где соединительные... чего-то там соединительное. Так, подожди, ну мне эти грузы-то возьми. Эй! А вот, delivery spot 9 метров. Все, забрали. Кстати, где-то здесь вот еще валялся, я видел на улице. Вон он, delivery spot. Совсем рядышком. Или где он? Destination. Туда. Так, ну что ж, мы можем взять машину, и теперь, как уже взрослые и большие, девчонки голые, но с правами, очевидно, на вождение автомобилей, мы можем, наверное, и отправиться в путь на автомобиле. Друзья, я, наверное, на этом этот обзор закончу, потому что это все было довольно забавно, смешно просто посмотреть на эту игрушку. Буду ли я в нее дальше играть? Давайте посмотрим, что вы напишете, что вы скажете и как эта игра у вас отзовется. Понятно, что это, в общем-то, стёб по большому счету и по маленькому, и по большому. Но есть какие-то моменты, которые интересны именно тем, кто знает, что за игра Death Stranding, кто играл в нее. И вот эти вот... ну, это даже не пасхалки, это даже... Это просто прямой, как говорится, намек на эту игру. Тому будет, возможно, и интересно, поэтому я, наверное, здесь закончу. Но, естественно, вот нельзя. Дело в том, что в основной игре тоже проводится такая линия, что люди, которые доставляли эти посылки, они потом стали зависимы. Они приобрели зависимость почтальона. Они не могли не доставлять посылки. Так и я. Я не могу не доставить посылки, друзья, даже если у нас уже в грудях дыхание сперло. Тем не менее, давайте на этом закончим, друзья. Огромное спасибо всем, кто это видео посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.